хотя бы немножечко передаться. Почему раунд? Почем фотографируется, интересно? А можно вас на минуточку? Здорово! Такие огроменные такие, да, якоря. Раз, два якоря с этой стороны. Стой, наверное, да? Вообще. Крейсер. Да ё-моё. Вот и закрыло, конечно. Полный туман. Невеста пошла с женихом. Реально красиво. Попали на съемки чего-то. Хотим. Сейчас мы узнаем даже куда, на какую. Сейчас мы подойдем, посмотрим, что там происходит, что там снимают, кого снимают. Скоро будем уже. Пойдем дальше. Идем обратно. Какой фильм снимают? Вот так. Женщина в беде. В Питере. Снимают на набережной Невы. Пока я никого не вижу знакомых лиц. Пока не вижу знакомых лиц, и мне кажется, что у них перерыв. Они пьют чай, кофе и отдыхают. Вот такая вот съемочная площадка. Творческая работа. Фильм «Женщина в беде». Ресторан, фитнес-клуб, корабль, о котором нам уже рассказывали. Еще один красивый. Я снимаю. Да, эти машины еще и едут. Да. Шрами, где-то сфинксами, где-то вообще привезенными из Японии. В Японии смешано кто? Лев. Лягушка со львом, да. Очень. Красиво, интересных задумок. Уйма. Ничего нигде не повторяется. И все гармонично, одно переходит в другое. Да, стиль и время, да, эпохи. Тебе кажется, да, вот 300 лет. Снимают фильм. Съемочная площадка.
уже закончились у нас фильм.